Третье, говорю, вот фильм про тракторостроение в Америке, 1906, 1860, 1890, пока, и сравните его с другими странами, и сразу встроит, станет все понятно, что такое предпринимательство свободное, когда людям дают что-то строить, дают это эксплуатировать, дают это покупать. Вот магазины. Вот посмотрите, магазин. Я ни одного такого магазина никогда в Рашке за всю свою жизнь не видел фермерского магазина, потому что фермеров там не было. Там были колхозы, которые на лошадях пахали еще до 80-х годов, до 90-х. А как мне рассказывают мои украинские друзья, они пока не уехали в 90-95-х годах, до сих пор лошади использовались. Использовались лошади. И еще какие-то смеют утверждать, что Америка и подобные страны, как это сказать, угрожают миру. Или что они там делают? Я не знаю, но у них своя идеология какая-то, что еду нужно добывать в лесу для них. Но это люди отставшего, как сказать, мышления мира, что нужно жить без прогресса, что нужно жить в коммунистическом социалистическом обществе, чтобы тебе пайку приносили с утра. Только определенный, ты не можешь поесть сколько хочешь. Что еще можно сказать? Надо смотрите такие фильмы. Вспоминайте то время, какое было в Рашке и в других странах. Вспоминайте, что сейчас происходит. И смотрите, кто вам пудрит, засирает мозги.